Математиком. Помощь талантливой молодежи, профессиональная поддержка завтрашних специалистов – это, пожалуй, неотъемлемая часть социальной политики Альфа-банка. Специально для этого была разработана стипендиальная программа «Альфа-шанс», которая объединяет около 300 студентов лучших российских вузов, помогая им максимально реализовать свои интеллектуальные способности. 28 октября в Музее истории прошло вручение 10 сертификатов именной стипендии для самых талантливых и перспективных ребят Казанского федерального. На самом деле очень, так сказать, классно, что вот можно участвовать, да. Ну, это, во-первых, можно как бы деньги получать, во-вторых, и новых друзей, близких по духу можно завести, вот. Безусловно, это неплохой старт. Программа «Альфа-шанс» реализовывается на базе 16 ведущих вузов Российской Федерации, в том числе и КФУ. Целью программы является создание для студентов первого курса необходимых условий, способствующих их интеллектуальному развитию, профессиональной ориентации и продолжению образования. Программа является полностью благотворительной, поскольку стипендиаты не имеют перед банком никаких обязательств. Да, это самая крупная частная стипендия в России. Она оплачивается 2 года, в том числе в калликулярный период. И для многих ребят, с которыми я беседовал, это деньги, конечно, очень важны. Вещь, это заработанные деньги, но это еще и возможность доказать себе, что ты можешь. В завершении торжественной встречи студенты удивили гостей не только творческими выступлениями, представив вокальные номера, а также подарили Альфа-банку коллаж собственных фотографий самыми искренними и теплыми словами. А представители Альфа-банка преподнесли научной библиотеке имени Лобачевского старинные книги 18-19 века, которые теперь пополнят коллекцию отдела редких рукописей и книг. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.